Ребят, всем привет, с вами я, ТупХелл007. Сегодня мы поиграем в Бравл. Мне кажется, что вы даже не ожидали, что я ролики по Бравлу буду записывать. Да, аккаунт у меня, конечно, такой себе. Ну, я думала, хотя бы два эпика. И, кстати, мой друг, вот смотрите, его аккаунт. У него тоже есть канал. Это я оставлю ссылку в описании на его канал. Давайте пойдем за кого? За Карла давайте сходим. Водяночную. Я специально 4G включил, чтобы не лагало. А то потому что лагает. Так, там Рико. Так, давай, Рика, иди сюда. Опа, я тебя боюсь. А, нет, не боюсь. Так. Так, лайфхак. Скажу, как можно кубки фармить. Просто, когда 5 бойцов остается, сидите в кустах и ждете столкновения один на один. И за второе место плюс 7, за первое плюс 10. Вот и весь лайфхак. Я, конечно, лайфхаком что-то не пользуюсь, но зря. Хотя кубков нормально сейчас все равно. Тут 6. Так. Я постараюсь на этом видосе 3000 кубков поднять, ребят. Понимаете, это 3000 кубков и боб будет наконец-то. Это, кстати, всех с днем влюбленных, хотя на 6 февраля все-таки, да. Да-да-да. А ну-ка, что у него пальца? Ну, нормально. Давайте сходим за Шелли в одиночку. В одиночку всегда в Шеда играю, в принципе. Потому что там легче, если в парном, там вообще капец. О, Динамайк, спасибо за ящик. Так, вот тут в кустах. Ну, сначала вам советую баночки нафармить, потом в кустах уже отсиживать, типа. Чтобы, если в крайнем случае, у вас были банки. Опа. Окей, топ-3. Найс. Плюс 7. Вот будет прям красиво на видосе апнуть 3000 кубков. Помню, каким же я нубом был. Мы все были нубами, когда только начинали играть. Вы понимаете это? Так. Блин, ну что будет? Ладно, погнали, забыла. У меня нубы были стыря. Я забыла, просто норм играю. Даже мало людей, ну, не быстро нашлось. Так, ну тут надо действовать осторожно, потому что все-таки 15-й ранг.
И потом после этой катки посмотрим, кто в катках у нас был. Какие бойцы. Сколько кубков у каждого было. А меня сольют сейчас сразу. Минус кубки. Вот это сейчас глупо выглядело. Найс. Так. Стоп. Стоп, это не то. Это вообще не то что-то. Ладно, забьем и пойдем на розе. На розе, потому что норм играть. Да. И, кстати, ребят, у меня это ролики не уходят по Майну и по Роблоксу. Ну, по Роблоксу они тоже выходить будут. Они у меня не ходят, потому что у меня бандикам все типа. Понимаете это? Давай, иди сюда, Фрэнк, тупой. Иди нафиг. Иди нафиг. Я тебя боюсь, ты слишком страшный. Так, сейчас в кустах сидеть, вот тут будем лучше. Так, закрысили кольта. Кольта закрысили, лол. Найс. Просто найс. Давай, бей. Бей, бей, бей. Чё тут Фрэнк меня так таргетит жестко, алё. Опа. Ты иди нафиг. Я не заметил тебя. Ты где была? Откуда вышла? Гуч, иди отсюда. Минус. Тебе кус. Опа. Первое место. Да-да. Блин. Ну что, ну открывай ящик. Давай, пожалуйста. И меня. Что фигня-то такая падает? То в какой еще команде? Алло, я ни в какой не команде. Так, идем чисто за кого-нибудь. Давайте за Дину Майк пойдем. Сходим, да. Да. Опа! Так. Сосредоточенный топ-чел молчит всегда, чтобы вы понимали. Кекс. Мои боксики, мои ящики. Никому не отдам. Кекс. Монстр, иди отсюда.
Тетя Зина. Опа! Икс. 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 Тебе купить. Не знаю. Давай, иди сюда, подходи, подойди. Только подойди, я тебя подорву на изи. Иди нафиг с ультой, алё. Ульта мне твоя не нужна, она страшная. Да я ульту тоже напью, алё. О, уль... Ха! Иди. Плюс 10 кубасов. Так можно динамайка на 10 ранг. Оу, ноу, боевые жетоны кончились. Хотя, знаете, лучше в следующем видеоролике по Бравл Старсу мы будем уже на ролике прям копить на бо. И как раз будет 200 жетонов, а то когда нет жетонов, это неинтересно вообще. Так что, ребят, это был мой первый видос по Бравл Старсу с телефона. Так что вы обязаны поставить лайки, подписаться на мой канал. Скоро будет интро перед началом видео. Да, я его сделаю. Постараюсь сделать нормальным интро. Так что с вами был я, Топчел 007. Всем удачи и всем пока.